не сказали, что... Ни для кого не секрет, барнаульцы, отдохнув на берегах местных рек, часто мусор не вывозят. Оставляют прямо здесь, на берегу. А потом активисты эти горы собирают. Сотрудники барнаульского предприятия субботник проводят уже во второй раз нынче на берегу Оби, а в прошлом году также чистили барнаулку. Делаем это мы с большим удовольствием. Это не часть нашей работы, которую мы должны делать вот по долгу службы, что называется. Это то, что мы делаем, потому что считаем, что вообще наша компания – это не столько про оказание услуг по водоснабжению, сколько это экология и здоровье. Кстати, акцию приурочили ко дню города и столетию открытия первого барнаульского водопровода. Весь собранный мусор предприятие по традиции отвезет на полигон. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.